Вот так горит у меня буржуйка. Подойти невозможно практически, очень близко. Вот здесь уже очень жарко. Вот так светится это все. Если выключить свет, будет вот так. Привет, друзья! С вами Дмитрий, канал «Тысяча полезностей». Сегодня речь пойдет об отоплении. Видно, наверное, еще идет пар, только пришел, на улице морозец. Хочу показать вам, как происходит это дело у меня в гараже. Хочу показать вам свое отопление, как устроено это все, вид изнутри. И услышать в комментариях, как топитесь вы, насколько эффективно ваше отопление. Итак, печка у меня первая, самая основная, это буржуйка. Сейчас будем ее разжигать. Сделал вот такую кочергу с проволоки. Я его слепила из того, что было. Чугунная 0,8 толщина металла здесь. Точнее 8 миллиметров, может быть 10. Ну, по-моему, я штангеном мерил 8. Мой вам совет, друзья, если кто будет планировать буржуйку себе, покупайте дымоход из нержавейки толщиной не менее 1 миллиметра. Я первый год сэкономить решил, купил со цинковки там с тоненькой 0,5, а то и то тоньше. Но она у меня, соответственно, за год прогорела. Вот это вот стоит уже нержавейка, труба миллиметровая, ее еще не сразу найдешь. Все в Волгограде у нас торгуют 0,5 дымоходы. Когда я спрашивал миллиметровые, на меня такие глаза все делали. Ты дурак, что ли, или что? Зачем тебе миллиметровые? Затем, чтобы спросил у соседа. У него миллиметровые стоят, топят гараж. Говорит, у меня 7 лет. Нормально. Так что не экономьте на этом. Для себя любимого. Ну, сейчас покажу вам вид снаружи. Такая довольно невысокая крыша. Над крышей метра на полтора, наверное, она торчит. Вот, ну. Когда я захожу, я, соответственно, сразу затапливаю печь и включаю. На первое время очень сильно помогает такой вот инфракрасник у меня есть. Он уже у меня падал как-то одно время, там вот трубка лопнутая. Ну, спираль целая, как бы я вот замотал ее тканью асбестовой. Ну вот, он довольно быстро, вот этот инфракрасник, тут практически... Быстро прогревает вот это рабочий стол, инструменты, которые на нем стоят. Ну, где-то минут через 40 я его выключаю, и уже включается основная буржуйка. Ну что ж, друзья, прошел час у нас времени после того, как я пришел в гараж. Пар уже не идет, я переоделся. Вот так, когда на улице минус 10, у меня где-то в гараже 24 градуса. Когда на улице, значит, градусов 20, 15, 16 здесь есть со знаком плюс, этого вполне достаточно, чтобы комфортно работать. Да, по поводу прожорливости будут, если вопросы, сколько она потребляет. Ну вот, примерно, наверное, вот эта кучка, это дневная норма, дневное потребление. То есть, если я здесь с утра до вечера нахожусь, а вот этой кучки вполне достаточно на день. Хочу попробовать еще углем топить. Так что, если у кого-то есть такой опыт,
топить буржуйку углем, поделитесь, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, стоит ли попробовать или не стоит. Температура, я не знаю, у меня, наверное, тогда вся труба будет огненная, красная. Ну что ж, друзья, все, пожалуй, на сегодня. Спасибо за уделенное внимание. До новых встреч. Пока.